Это мой школьный дневник за 11 класс. Тут еще дополнительно какие-то проверочные работы, какие-то окружные олимпиады. Это была физмат-школа. Шпаргалочки писали с формулами. О, справочка о том, что я учился в школе. Это мои одноклассники и преподаватели. Организовывала класс Дубинина Ансельма Николаевна. По физике у меня был Коршунов Сергей Михайлович, Корявов Владимир Павлович. Часть из них — Лакшин Геннадий Рафаилович. По алгебре — Остриков Николай Николаевич. По геометрии — Фролов Павел Алексеевич. Вот. Очень хорошие преподаватели. Они являются там доцентами и профессорами в Московском физико-техническом институте, который находится в городе Долгопрудном Московской области. И сейчас туда самые высокие проходные баллы по ЕГЭ. Вот. Заканчивал школу я, соответственно, в 96-м году. Компьютеры, ну, вот, только-только там появлялись. Никаких, естественно, мобильных телефонов не было практически ни у кого. Рядом со школой жил Павел Кочкин, сейчас мой одноклассник. Сейчас он тренер по предназначению. А еще мой одноклассник стал проректором МГУ по дистанционному образованию. Зовут его Янышев Денис. В школе у меня, ну, практически было, по-моему, около 20 человек. И это было только мальчики там, ну, иногда была одна девочка, но она что-то не прижилась. Сложно учиться, когда вокруг не мальчики. И она перевелась. Сейчас я сниму все это. Сейчас уже все у всех в электронном виде. И в печку все это отправится. А вы храните свои школьные дневники, которые у вас в этом самом я даже записывал оценки своих, и кто куда поступил. Можете посмотреть. О, характеристика на меня. На вас писали характеристики. Спасибо.